Всем здравствуйте! Сегодня, как вы видите, у меня на столе тут коллекция моя собачек. Вот, покажу на сегодняшний день, конечно, что-то приходит, что-то уходит, благодаря тому, что продаю, получается покупать новые фигурки разных стран, а не времен, народов. Ну, в основном, конечно, тут английские сегодня, но бывают, естественно, Германия, Франция, ну и есть очень интересные и даже ценные модели. Расскажу, в чем их ценность, почему я их приобрел. Ну, скажу сразу почему, потому что они нравятся, да, потому что это декор, а есть вообще редкие интересные модели, то есть реально прям коллекционные. Ну, начну с самой простенькой, самой маленькой, чтобы не обижать. Это статуэтка Уэйда, овчарка. Таких у меня зверушек много разных. Вот, то есть они бывают прям маленькие-маленькие, такие специально недорогие, там, можно сказать, детям поиграть совсем недорого. Вот, в чем их ценность? То есть можно поставить, когда их много, но это, может быть, вы меня смотрели. Поэтому вот такая вот овчарка, они очень интересны, все, можно сказать, зверинцы сделать. Вот такая вот овчарка. Да, зверей вот у меня сразу, я уж тут, рядом я в сторону отложил. Вот такие вот новинки пришли, смотрите, какой ослик Бесвика, ну просто, я не знаю, тут надо делать отдельный репортаж, потом посмотреть, какая у меня новинка мышь, ну, тоже просто, ну душевная, красавица, не такая детализация, прям какая-то немецкая, но она, по-моему, Бесвик, надо смотреть, а, вон Англия, да, вот, я не знаю, я даже удивительно красотка, посмотрите, стоит, хвост в руках держит, ну это просто, я не знаю, разве я буду продавать. Вот, да, там есть где-то трещина по глазури, просто, если, как говорится, деньги нужны, но такую мышь, ну, нельзя просто продавать, ну, вообще ни в коем случае. Да, следующий у нас вот такой вот кролик, зайчик, ну, это тоже уэйдовский, раз уж я просто про уэйд начал, про новинки, вот такой вот кролик, ну, прикольный, веселый, ну, скажем так, большую собаку, большую, гигантскую, с потрясающими глазами, огромная, да, это стафаширская керамика, просто пес, посмотрите, какие лапы, здесь вот такая вот студийная работа, вот такая вот, видно, да, стафашир, специальная студия, ну там, у них в Англии много разных, смотрится со стороны, потрясающая, высокая, здоровая псина. Ну что, следующий, начнем, уж с пекинесов сразу, ну вот такую, видите, настенный, английский, пекинесик, посмотрите, здесь Бостон, Англия. Все как положено, подвес прям вешается и отлично будет для коллекционеров, особенно собак. Ну, можно просто положить. Вот такой пекинес, он, по-моему, у меня 500 фунтов стерлингов по каталогу, номер, вот такая морда, он у меня уже давно. Естественно, это коллекционная модель, почему давно я не могу продать. Потому что продаю его, скажем так, ну я не скажу, что дорого, но, естественно, и не дешево. Но это явно, мне такие морды не нравятся. Любители, конечно, есть таких собак, да. Но я его, конечно, купил чисто из-за того, что это коллекционная модель 500-фунтовая. Вот, следующий вот такой у нас, посмотрите, Бесвик. Кто это? Такой какой-то охотничий песик. Я особо в породе не помню, надо будет посмотреть, кто это. Вот такая, кстати, интересная. Я ее увидел, цена была нормальная, я его, конечно же, купил. Это какой-то охотничий песик, да? Вот эти вот три у меня: сольница, перечница, допустим, горчичница. У меня про них был, по-моему, репортаж, поэтому я долго на них останавливаться не буду. Ну, это такая керамика, посмотрите, да? Интересная. Английский керн-терьеры. Вот он в каталоге, как вы видите, 225 фунтов. Стерлингов, вот такой вот псина, видите, да, номер его, все соответствует, 10-15, он большой, вот есть маленькие, да, терьерчики, здесь уже статуэтка, посмотрите, с хвостом, ну, где-то порядка 15 сантиметров, шикарная вещица, просто, ну и по каталогу хорошая цена, посмотрите, какие глаза, детализация, это, конечно, уже реально коллекционная модель, таких у меня рядом не было похожих.
Вот, реально. То есть и по исполнению, то есть вот если по Кинес, то вот у меня был он вообще 500 фунтов еще дороже. Но здесь у меня, конечно, на меня, хоть он в два раза по каталогу дешевле, но на меня он просто производит реальное впечатление. Может быть, из размеров, что ли. Ну, сделан как-то хвост. Ну, я не знаю, вот живьем он просто прекрасен, прекрасен. Вот, я особо не любитель вообще собак. Ну, так, там, не по... коты мне больше нравятся, я признаюсь. Вот. Но этот пес, конечно, вот просто в коллекцию. Потрясающий, потрясающий, просто. Ну, что ж, уж начал про самые тут интересные модели коллекционные. Ну, наверное, продолжу. И вот этот доберман у меня, я знаю, просто, я считаю, потрясающе, как у него лапы еще целы, там, да, не ломались, как он, я его прям над ним трясусь. Ну и фигура в таких тонах, темный, ну такой стильный, ну серьезный экспонат прямо для меня, как будто он стоит, он реально такой пес. То есть два вот этих пса, несмотря на то, что я не поклонник собак, я считаю, они у меня самые-самые интересные. Ну да, вот это, конечно, да, там тоже своим размером, своей душевностью, там голоса. Но это чисто как такие, знаете, уже реально коллекционные такие фигуры. Ну, любая фигура для коллекции может подойти. Следующий вот такой у нас недорогой персонаж из мультфильма, по-моему, из какого-то американского, там, из книг бывает. Вот такой вот, смотрите, тоже Бесвик. Все тут написано. Пуфи, Друфи, известный персонаж, кому-то он говорит, что любимый, посмотрите, он там что-то прячет, лапки там какие-то интересные, веселый экспонат. Но это тоже чисто, конечно, не просто там собачка, это уже чисто, если кому-то интересно, из-за самого персонажа. Ну, посмотрите, стоит морда для коллекционеров собак, прикольно, вот так просто поставить, прикольно вещица. Довольно-таки веселый. Дальше, вот такая у меня шотландская вот тут собака. Изготовление, я имею в виду, этот бульдог. Это, наверное, для любителей бульдогов. Смотрите, какая морда. Best Show, да? Вот такой вот песик. Он, по-моему, даже в коробке идет. Вот такой вот. Ну, это свежего производства, наверное, 2000-х годов уже где-то. Фирма. Ну, это стаффордширские собачки. Мама с ребенком. У меня, кстати, они еще уже были. Я, по-моему, снимал про них репортаж. У меня их всего 3 щенка. Я просто поставил их здесь не всех, они от Royal Dalton, тоже очень интересная модель, посмотрите. Royal Dalton совместно с Basic. У меня тут целых семья, то есть 3 ребенка, скажем так, да, щенка и мама. Ну а вам на сегодня спасибо за просмотр, большое спасибо за лайки и репосты моих видео. Самое вам главное не болеть, до новых встреч, до свидания.